привидище! Ты только посмотри на эти виды! Ну, красота же! Великолепие какое! Дюновское! Но самое главное, как это все переливается из пустыни, водопады и зеленые деревья. А там еще и горы. Ляпота. А это мой прекраснейший блин. Черт, ноги отбил. Бегу и быстренько на него прыгаю. Вот так вот. Опа! Ха-ха-ха, полетели! Я, правда, наверное, сейчас могу разбиться. Не очень-то это и хотелось бы, но... Я на дроне! Как высоко мы взлетели. Офигеть, как высоко! Ай-ай-ай, больно! Невероятно! Я очень высоко... А что, я и дальше продолжаю? Я сдох! Но я продолжаю высоко-высоко лететь. Вон там вот кажется, что-то мое падает. Точно, похоже, что это что-то там мое. Слушай, ну я походу от... Я теперь падаю. Или я все вверх поднимаюсь? Нет, я все выше и выше поднимаюсь. Прикольно. Я как будто слои атмосферные проходил и сгорел. Забавно, конечно. О, планетки, красота неописуемая в небесах тут. Я падать-то буду по итогу или все, я улетел прямо к звездам? Эх, мне вот даже любопытно, на какой биом упало бы мое тело. Кстати, походу я падаю. Или это просто облачко ко мне прилетело? Да, я падаю! Класс. Смотри, там словно черная дыра в земле, которая пожирает все. Похоже на пасть червяка из дюны. Забавно падаю. Очень жрачно. Слушай, я походу падаю куда-то за текстуры. Прямо вот в эту пасть. Все, тело мое скрылось под текстурами. Но я думаю, что можно перерождаться. Остается только, знаешь что... Найти мою сумку. Мою набитую сумку. Вон, контейнер смерти. Нам туда надо сходить. Намечается приключение. Будем искать мой контейнер смерти. О, убийца меня прилетел. У нас же, кстати, бензопила появилась. Нам дали чертеж бензопилы. Усиленная железная пластина. Железный прут. Короче, добавляю в список дел пилу. Добавить. И собираю все необходимые ресурсы, чтобы ее изготовить. И потом вместе с бензопилой я иду туда. В дебри лесные, точнее в дюновские. Все материалы собраны, можно изготавливать цепную пилу. О, да! Класс! Все запустилось, все работает. Ну а теперь отправляемся на поиски моего контейнера смерти. Проблема только, знаешь, что я вот сейчас посмотрел на свой компас. Контейнер смерти не в этой стороне. Он как будто где-то вверху летает. Где контейнер смерти? Он что, у меня на базе где-то валяется, что ли? Вот смотри. Я иду на базу, а он туда куда-то поворачивает. Неужели он где-то здесь? Вот на этой возвышенности. Делаем подъем наверх. Из нашего контейнера. Мы сейчас возьмем конвейер. И сделаем подъем туда наверх. Как-нибудь вот так. Ну-ка, контейнер, ты тут? Контейнер, я тебя не вижу, где же ты? Ты где-то здесь, может он еще не упал? Черт, это как-то обидненько будет.
Если я вот так вот прямо смотрю, ну он, скорее всего, где-то там наверху. Все, мы его с концами профукали. Но приключению так уж и быть. Уже почти вот. Ох ты, как здесь. О! Кого я здесь встретил? Вот за ним я бы сходил. А не в ту сторону, разворот. Еще сходим, конечно же. Деревья попилим. А то что это? Зря бензопилу себе сделал. Иди к папочке. Синий энергослизень. Когда же я уже вас смогу применить? Да, воняет, конечно, знатно тут. Опа, а вон и дрон. Надо бы, наверное, до него сходить. Вот это только надо разобрать. Высоковато он, конечно, забрался, но я думаю, что если вот так, так, можно и добраться. Пошли. Ай, траванулся немножечко. Немножечко траванулся. О, бугай! Здорово, бугай! А вот и деревья. Деревья, которые мы сможем. А вон и вода, а вон и слизень. Мне про воду в комментариях писали. Говорит, поближе к водичке бы тебе. Может, к водопаду переместишься. А вода-то и вот она тут под боком буквально. Вон там где-то у меня эти стоят. Буры. Ой. Ой-ой-ой. Давай вали отсюда. Давай вали. Не надо в меня стрелять. А то я тебя сейчас бензопилой распилю. Нифига себе. На тебе, по жопе. Готов. Разложили. Еще и слизни заберем. В качестве награды, да что ж. Кстати, вот эти бочонки, которые биотуалеты напоминают, можно распилить? Попробую. О, можно! Это и есть дерево. Ну, в смысле, часть дерева. Хорошо-то как. Очень хорошо. И вот это дерево еще распилим. Давненько я этим не занимался. Бугаидзе. Воду сейчас посмотрим. О, малинка! Удачно я тут вышел. В воде у нас ничего интересного. Такой чисто забежал пасать, и все, и выбежал. Тут вообще-то водопой. Как я себе это позволил? Интересно, что же там сокрыто в дроне? Ну, во-первых, нам его открыть нужно, а во-вторых, туда понадобится что-то притащить, чтобы запустить его. Вызволить жесткий диск с чертежами. Все не так-то просто, как на первый взгляд. Мы хотя бы сейчас проложим туда маршрут. Что-то мне не нравятся вот эти каньоны, я внизу. Сейчас тут как кто-нибудь вылезет. Я уже слышу странный звук. А, ну это бугай. А еще я слышу звук слизня здесь. А, вон он, кстати. Так много слизней стало. Эй, ковбой, привет! Вперед! Побежали! Жалко, у меня нет ковбойской веревки, чтобы за него зацепиться и... Как на быке. Тык-дык-тык-дык. Слизня забираем. Пока искал тут проход, чтобы подняться на эти каньоны, нашел какую-то пещеру. Тут еще и сера есть. Заберем. Сера нам тоже пригодится в будущем. Самое главное, что в пещере. Были какие-то инопланетные сферы. Еще до того, когда я играл в эту игру, до релиза. И с ними непонятно, что можно было делать. Точнее, вообще с ними нельзя было взаимодействовать, нужно было ждать обновления. Нет, тут, походу, сфер не выйдет, а просто сквозной проход. Вон там что-то, кстати, стоит. Какая-то интересная штука. Есть у меня одна идейка, как это приблизить и посмотреть. Фоторежим мне в помощь, что это? О! Это, по-моему, как раз-таки та сфера. Или нет, это что-то другое. Я такое еще ни разу не видел. Ладно. Мы туда как-нибудь потом сходим. Или, может быть, сейчас. Нет, сейчас мы идем за разбитым дроном, чтобы забрать его жесткий... Ну, конечно, мы его сейчас не заберем. Бугайчик, подойди вот сюда, я на тебя запрыгнуть попробую. На них раньше можно было как на... Да, как на батуте прыгать. Юху! Класс! Стой, стой, стой! Вот сюда вот мне, вот сюда! Да! Зашибись! Зашибись, я запрыгнул, но мне надо было... А это что там такое? Погоди. Что-то они какие-то оцепеневшие. И такая же инопланетная сфера. Как око Саурона. Так. Значит, дрон-то где-то здесь же, правильно?
Значит, после дрона туда можно будет сходить. О! О, да, вон там слизень, вон там слизень. Что-то тут их дофига. А нам надо наверх. Фундамент нам в помощь. Опа-на. Построили, запрыгнули и так далее. Вот, поехала жара. Теперь в другую сторону или туда можно, в принципе. Не, нам бы, конечно, в другую сторону. Ну ладно. Ну вот высоту-то мы уже достигли, и можно прямо строить вон туда. Ой-ой-ой, а тут все под охраной. Блин, не свалиться бы отсюда. Он уже топ меня стреляет. Какой он жирный, здоровый. Кабан этот. У меня всего лишь какой-то дохлый электрошокер. Ну чё, ну чё, ну чё, ну чё, ну чё? Ай-ай-ай, не упасть бы, не упасть, не упасть, не упасть. Ах, больно! Какой-то жир. Их тут двое! Мама мия! Вот это я прибыл на вечеринку подгорелых попок. Я сейчас сдохну тут. А я не хочу сдыхать. Я хочу выжить. Сдох один. Ой, прям подо мной, прям подо мной. Я вот так вот посту... Нет, это плохая идея тут стоять. Прыжок. Он не стрельнул у меня? Нет. Ладно, я все-таки тут постою и пожру орехи. Пожрем. Оборудование. Тут сколько? Скотина. Обошел меня. Ах ты умный. Кабан. Ага. Да не то я взял. Хочешь орешки? Я могу он своим орешком меня сейчас задолбит. Так. Может скинуть тебя отсюда? Или на тебя сесть? Вот этот как-то пошустрее сдох. Может он поменьше был? Ух. Что мы здесь видим? Слизня мы видим. До него добраться было бы неплохо, конечно. Это мы за... 98 листов! Медные листы, которые я еще не умею производить, между прочим. И ротор 53. Усиленная пластина. 74 штуки, класс! Вот это я сходил на вылазку. Точнее, я еще на ней. 6 парализующих болтов. Ладно, давай уже откроем капсулу и посмотрим, что здесь нужно. Это что? Открыть кодекс? Что это? Компьютер нужно сюда прит... Да, конечно, загнули вы. Я компьютеры еще делать не умею. В общем, чтобы открыть эту капсулу, нужен компьютер. Угу. Ну, слушай, в любом случае, хорошо, что мы сюда взобрались. Очень много ценных материалов подобрали. О, чуть не забыл стартер здесь. Вроде бы все, все подобрал. Посмотрю, где это фиолетовое око Саурона. Вон оно, внизу. Давай-ка туда тогда спускаться. Фундамент оттуда сюда сейчас попробую построить. Вот такой вот. Хорошо, что я с собой материалы взял. И здесь бы еще чуть-чуть повыше, конечно, сделать, чтобы можно было забраться потом сюда. Ну, короче, вот. Я думаю, что да. Уже можно взобраться и спокойно спуститься. Поехали. Поехали туда. Сейчас еще вот этим напихаем. Ну да, кстати, посмотри. Один мелкий, другой здоровый. И вон слизень еще. Получается, вот этого очень долго долбить, а этого быстро. Файт! Тун-т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 ун. Финиш хим! Mortal Kombat. Чтоб его... Подойдешь ко мне? Тремя! Ты слишком крутой. Ты слишком дерзкий. Я пошел, чайку где-нибудь попью. Тремя штуками прямо. Они еще как-то раскрываются странно. Вот здесь вот посижу, ага. Прямо в меня? Ничего ты меткий какой. А, как это так произошло-то? Где мои орешки? Он сюда прибежал. Спрятался. Воу! Вот это я обосрался. Ты меня напугал очень сильно. Пацан его наверху. Пацан наверху, можно сразиться. А, наверх залез. Черт, 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 бежим! Бежим, 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 бежим. Бежим, главное не разбиться, главное не разбиться. Вот это да. Вот это да. А я-то уже здесь и смотрю прямо на него. Кто еще жертва из нас? Сейчас я из тебя сделаю отбивную. С прожаркой Medium Ray. Как раз жопкой стоит. Опа. Как он меня откидывает? Куда ты, куда ты?
Все, сжарился от моего крутого шокера. Теперь с мелким ездюком пойдем разберемся, который вечно папке своему помогал. Так, сфера Мерсер. То есть это все-таки та самая сфера. По-моему, она мне казалась тогда металлической в бетке. С этим ездюком тоже разобрались. Ну, забираем ее, что? Что это было, ты слышал? Короче, что вообще тут написано, почитаем. Загадочное инопланетное явление. А, ну да, то есть это та самая сфера, о которой я и говорил. Эта сфера выглядит жидкой, однако ведет себя как твердая, при этом не имеет четко определенной массы. Судя по всему, она каким-то образом распознает окружающую среду и взаимодействует с ней. Окей. Ночка уже наступает потихоньку. Ну, здесь мы все вроде бы как. Ну вот, то есть мы вот тут вот спускаемся, там делаем мостик, и потом вот по вот этому каменному мосту можем уйти к себе домой. В общем, план огонь. Мне нравится. Там, правда, снова две этих псины. Не знаю, как их называть, надо просканировать уже все это дело. Построить уже этот исследователь и просканировать их. Начинаем стройку. Тут, наверное, надо было другое кое-что. Дай-ка я вот это разберу. Это тоже. И сделаем вот так вот. Ага. О, нормуль. Привет, сосунки. Попал один. Промахнулся. Да давай, бей же. Что-то шокер плохо махает. Или руки у меня уже одубели. Я думаю, здесь большую часть слизняков я уже собрал. И вот мы теперь по этому каменному мостику возвращаемся домой. Как же все-таки прекрасно, что я выбрал дюну. Мне очень нравится эта местность. Кстати, вон еще слизень лежит. Надо будет до него сходить как-нибудь. А вон там вот и мой заводик уже виднеется. Он же у нас обесточен, точно. Я уходил, у нас там предохранитель полетел. Сейчас буду все исправлять. Как здорово, когда ты приходишь домой, у тебя тут пожрать есть что. У меня как раз там орешки закончились. 5 штучек пойдет. Подкрепимся и подправим свое здоровье. Ну, где у нас тут что закончилось? Здесь биомасса есть. Тут тоже достаточно. Что, неужели здесь? Ага, точно. Ну, держи тогда бревна, что. Бревна твердые пойдет. Пойдет. Рассвет, над наверх залезть, срочно. Это же так классно, наблюдать восхождение солнца. Только с какой стороны? Вон там вот, наверное, солнце, да, у нас вылезет. Слизняк на дюнах! Погоди, надо это приблизить. А смотри, я приближаюсь, и он там прячется. Но его как бы вот, если одолеть, видно, что он спрятался там. Какой засранец. Да, солнце будет восходить здесь. Значит, восток тут у нас. А вон и солнышко вышло из облачков. Класс. А сейчас, вообще, сегодняшний день у нас посвящается постройке ММА. Это анализатор, который будет нам сейчас рассказывать, что вообще за фигни мы подбираем. Вот он. Всего-то нужно 5 усиленных пластин. А дальше мы строим космический лифт. Вообще, по логике, его бы сперва построить. Но он огромный, поэтому чуть позже им займемся. Так что первым делом ММА. Короче, я так принял решение разобрать вышку здесь и воткнуть ММА. Так удобнее будет. Вот. А вышку мы потом в другом месте поставим. Ну что? Инопланетная мегафауна. Исследование кабана. Но мы кабана еще, по-моему, не... Ага, нет, мы валили кабана. У нас есть там, вот она, кожа. Вот мясо возьмем, инопланетную эту штуку. Сейчас все будем исследовать нафиг. Ну, вообще все. Значит, давай вот это вот начать исследовать.
Благо, пока что по времени все очень быстро. Подтверждено. А что нам там дали? Инопланетный протеин? Ну, спасибо. Будем теперь протеин из него делать. И жалоносца. Жалоносца у нас нету. У нас есть вот эта вот штука. Начать исследовать. Тоже протеин нам дадут. Это хорошо. Инопланетные технологии. Вот. У нас есть вот эта сфера. Давай ее исследуем. Тоже за 3 секунды быстренько исследуется. Завершен. Выберите новый узел. Что там нам? Средство выгрузки в пространственное хранилище. Катерии. Мы его как раз добыли. Изучаем. Мицелии. Мицелии у нас нету еще. Так, из катерия мы можем делать катериевые слитки. Ну и дальше вот всякие. О, зиплайн. Классно. Потом сделаем его. Мицелия у нас нету. Питательные вещества. Клубнику я сожрал. Орех я тоже сожрал. Я все сожрал. О, энергослизни. Наконец-то мы сможем делать из них батарейки. Желтого энергослизня. Но для этого нужно 25 роторов, которые мы как раз-таки нашли у разбитого дрона. У нас их 53 целых. Как все грамотно складывается, елки-палки. Как будто по сценарию играю. Продолжаем изготавливать энергомодули. А, это одни и те же энергомодули. Просто из синего слизня мы получаем один энергомодуль, а из желтого слизня, это же желтый, мы получаем два. Теперь нужно понять, где у нас требуется повышенное производство, то есть нарастить скорость. Значит, в плавильне первой у нас производится 30 железных слитков в минуту. Эти слитки у нас идут в конструктор, где делается 20 железных пластин в минуту, то есть здесь потребность закрывается. Но у нас еще часть уходит наверх. Поэтому нам по-любому в плавильню нужно затолкать сюда. Вот, и поднимаем мощность. Вместе с мощностью у нас повышается потребление электроэнергии. То есть сейчас 6,8 мегаватт, а если мы на сотку скинем... 3,6, нифига себе. Нифига себе, сильно поднимается, очень сильно. Так, и плавильня у нас стала производить 45 в минуту. Что, в принципе, должно покрывать потребности двух конструкторов. Космический лифт, космический лифт. Где же ты у нас, здоровяшечка, будешь стоять? Ну, наверное, где-то вот тут вот в дюнах. Потому что сюда на платформу такую дуру запихивать не очень хочется. Мы сейчас расширим фундамент. Как-нибудь в ту сторону, наверное. И все. И тут поставим. Как бы почему бы и нет. Короче, мне так неудобно строить. Нужно поставить здесь вышку. Вышку. И с нее уже фигачить. С высоты все виднее. Где не хватает места, где хватает. Прям как надо. Ну-ка. Ага, получается, что по бокам нам ровно тютелька в тютельку, а вот сзади места не хватает. Выходит, что сзади. Сейчас будем достраивать. И теперь туда. Вот этот поворот. Предохранитель сгорел. Че, мощность подскочила, что ли? И у меня там опять проблемы с биотопливом. Ага. Ну да, биотопливо закончилось. Не проблема. Сейчас накинем. У нас тут сколько? О, 195, отлично. Заберем. И сюда. Надо это все дело как-то разделить. Здесь у нас что, 67? Ну вот, 140 тебе. В принципе, нормуль. Запускаем. Возвращаемся к строительству лифта. Надеюсь, в этот раз нам всего хватит. Как место, так и... Ну, по ресурсам понятно, что хватит. Место отлично. Отлично. Прям как надо. В общем, пофиг. Вот так вот строю. Вау, 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 вау. Столько материалов в эту махину улетает. Класс. И птицы летят. А, вон там сейчас с неба что-то будет спускаться же. Мы ждем лифт.
О, прилетел. Откуда прилетел? С чем прилетел? Все зацепилось. Мощь. Вот это да. Это я понимаю. Техника. Мне какое-нибудь достижение дали или что? Я просто интерфейс отключил, чтобы ничего не мешало. Наверное, что-нибудь дали. Ай! Ноги отбил. Ну да, махина, конечно, зачетная. Что у нас тут? Умная обшивка нужна, чтобы все это дело запустить. Загрузить и отправить. Но пока как бы нифига. Будем сюда все это дело потихонечку подводить. На сегодня это все. Мы попутешествовали, немного поработали. Даже, можно сказать, поохотились и даже поисследовали. Если понравилось, ты хочешь увидеть больше роликов по этой игре, то ты знаешь, что нужно делать. Ставьте лайки, подписываться, чтобы не пропускать их. И тогда мы вновь увидимся в новом видео. Так что до встречи. Увидимся в новом ролике.